Такой замок есть? Надо собираться. На первого кучера? Совсем как во сне в том самом сне. Привет, мы на месте. Смотрите, какой красивый замок. А кто у меня здесь? Видите? Замок и прилегающие к нему озеро стали источником вдохновения Чайковского, Драбалета, Лебединое озеро. Нойшванштайн, новая лебединая скала, самый красивый и известный замок в мире и самая большая достопримечательность в Германии. Замок был построен по мотивам легенды о Лоенгрине, легендарном рыцаре-лебеде. Король, который построил этот замок, искренне верил, Лоенгрин может вернуться снова. В легенде рыцарь-лебедь Лоенгрин рассказывает своей жене, что он сын Парсиваля и состоит в братстве короля Артура. Скоро не исчезла, а просто удалилась в недоступные дорогих места из года в год благородные. Рыцари наблюдают за тем, что происходит на земле до поры до времени.
Король заказал, король приказал на 8 метров взорвать скалу и построить сказочный замок. Да, да, смотрите, сказочный замок. Давай. Вам понравилось наше путешествие? Пока-пока!